Всем привет! В этом видео поговорим о том, что эксперты прогнозируют массовый отказ от использования доллара в торговле в 2022 году. На прошлой неделе популярный американский экономический журнал Wall Street Journal сообщил сенсационную новость о переходе Китая и Саудовской Аравии на расчеты за нефть с американского доллара на китайский юань. После этого многие западные эксперты сообщили о высокой вероятности массового отказа от использования американской валюты в международной торговле. О готовности перехода на расчеты в национальных валютах также ранее высказались и другие страны, в частности Россия, Индия, Турция, Бразилия, Иран. Многие считают, что это предрешенный процесс, причины которого кроются в следующем. В 1944 году Соединенным Штатам Америки, как стране, получившей наибольший объем золотых запасов в мире и имевшей на тот момент самую мощную экономику среди развитых стран, удалось на Бреттон-Вудской конференции пролоббировать создание новой валютной системы, привязанной к американскому доллару, который вводился взамен британскому фунту стерлингу. Курс американской валюты строго привязывался к золоту, и любой держатель доллара мог обменять американскую валюту на золото, хранящее в Форт-Ноксе, по определенному курсу. Так продолжалось до середины 70-х годов, пока США не объявили всему миру, что доллар больше не может быть обеспечен золотом. Золотых запасов в США больше недостаточно для обмена на американскую валюту. После чего курс доллара отвязали от золота, и он стал плавающим и начал базироваться на нефти. Торговля нефтью и другими энергоресурсами составляет львиную долю мировой торговли. Каждая страна мира для получения нефти должна была приобрести американский доллар, что привело к необходимости постоянного наличия в стране значительных объемов американской валюты. Данная валюта также стала со временем средством сбережений, ввиду ее надежности и устойчивости к обесцениванию относительно других валют. Однако к настоящему времени доллар перестал быть надежным и устойчивым финансовым инструментом. За последние несколько лет США заморозил сотни миллиардов долларов, принадлежащих центробанкам Ирана, Венесуэлы, России. Другие страны прекрасно понимают, что США стали использовать доллар как инструмент для политического давления на руководство неугодных им стран. Хранить значительный объем резервов в долларах стало небезопасно. Последние два года расходы американского бюджета превышают доходы более чем на 15%. Госдолг страны достиг огромной суммы. Сам доллар начал сильно обесцениваться. В феврале этого года в США зафиксирована рекордная инфляция почти 8%. Эксперты прогнозируют, что к июню она вырастет до 10% в год, а это угрожает гиперинфляции. Если доллары не забрать сейчас, то их можно просто лишиться уже к концу этого года, поскольку они потеряют нынешнюю ценность. Данный процесс будет сопровождаться массовым исходом зарубежных инвесторов с американского фондового рынка и сдуванием огромного мыльного пузыря.